О, гляди, какую правильную церковь нашел. Красотища. Очень красиво смотрится. Прикольно и красиво. Особенно с таким небом. Тут даже есть органные концерты. А так он сам по себе небольшой городок. Типа карта. И, судя по всему, мы сейчас где-то в центре. В принципе, торговых центров хватает, новостроек тоже. Есть, конечно, очень много старых домов, но тем не менее городок небольшой. Много корейских, японских товаров разного ширпотреба, типа там напитков, макарошек быстрого приготовления, всего такого, вкусняшек, конфет. Кофе непомерно дорогой, 150 в автомате, ну и японский, начиная от 45
90 рублей. Нашел тут одну диковинку. Называется краб ролл. С творожным сыром и с зеленью внутри. Но почему-то одна штука. В общем, как-то так поштучно это выглядит. Это типа возьми, попробуй, понравится, купи целую пачку. Ну или вот еще буханка, вернее как буханка, батон нарезного, нарезной батон, в общем, 400-граммовый белого. Но стоит 105 рублей, как-никак. Прохладные ветра. Ну, в принципе, не так еще и холодно. И очень много интересного. А что же купил в магазинах? Будет чуть дальше. И то, что привез Кири. Распечатывать будешь? Буду. Ну давай, нам показывай обзор, что там у тебя интересного. Носки эти, котик. Японец. Да. Это лапша. Люблю. Показывай сюда на камеру. Да, потом будешь делать, да? Да. Давай дальше что? Ну, этот пакет не надо, да. О, салфеточки видела. Японские. Да? Да. Что там у тебя еще? Еще какая-то. Суп. Это бабушки с креветками, это маме с рыбкой. Это жвачка. Жвачка сюда. Ты же просила жвачку? Это что? Доширак. Твой любимый. Да. 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 Что там у тебя еще? Еще один доширак. Ну все с разными вкусами. Да. Дальше давай доставай. Что там у тебя еще? Вкусняшечки, да? Угу. И это что? Конфетка? Конфетка, да. Да. Ну давай, показывай еще дальше. Много всего. Еще конфетка. Маме отдай, бабушкин суп с морепродуктами. Вот тебе суп. Заварите там, просто добавь воды и все. О, с креветкой бабушки. Куча конфеток. Куча конфеток. Да. Твоей утей. Это не уть. А кто это? Не знаю, какой-то чудо. Ну давай дальше. Распечатывай. Ну, ты же по чуть-чуть будешь это все дегустировать, да? Да. Ой, еще какая-то. Жвачка. Жвачка? Настоящая японская. С котиком. Я его видела. Где-то. Где, не помню. В мультике. А это то, что ты любишь пить. Нет, там протыкается сверху соломинкой и все. Болтаешь, да? Ну, это на потом, да? Наконец. Наконец-то, да? Это еще одна конфетка. Еще одна конфетка, да? Это что? Морожка. Да. Китайская. Японская. Японская? Да. О, трубочка. Тебе сюда. Это для этого, да, тоненькая трубочка. А там еще толстенькая трубочка для молочного коктейля. У тебя же еще диетический коктейль с нулем калорий. Тоже протыкаешь его и все. И пьешь. И паночку потом себе вставляешь, да? Вот это тоже себе. О, да. Это же бабл коктейль. Да. Нулевой. Ноль калорий. Нет, там вон эти козляшки плавают, бабл коктейль. Да. А это разбодяживаешь молочный чай. А-а-а. Специально для девочек. Водички заливаешь и горяченький пьешь. Там еще один такой. Это для твоей куколки. Как сумочка.
Ну да. Красивая? В китаинском стиле. Ну конечно. Еще. Это еще один молочный чай, как ты любишь. Чай с молоком. Что там? Аккуратно из пакетика доставай. Жвачка. Жвачка. Что там еще? А ну, смотри, ты же хотела полосочки жвачки. Это кофе. Кофе маме. Маме. Попробовать японский Нескафе. Спасибо. О, жвачка. О, маме кофе. Это тебе чай. Чай и чай. Фруктовый чай. Ты же чай любишь? Да. Ну, чай отлаживаем. Да. О, жвачки. Ты хоть покажи, какие. Разные. Да. А класс. Она это будет по чуть-чуть и потом, когда можно будет. Еще вот такая с вкусом колы. С вкусом колы, как ты любишь, да. Еще вот такие. Вот чаечки. Такие, да. Да. Чаечки. Что там еще? И еще жвачки. И еще жвачки. Вот такая синенькая. Да. И одну маме, может быть, подаришь. Все, что было. Там было больше. Это что? Это тоже тебе чай. Стигмате написано. Что там еще у тебя осталось? Осталось еще какая-то... А, это наушники давали нам в самолете, запечатанные новые. Тебе пригодятся, когда ты будешь летать. Тоже надо. Да. Что там еще? Шашлык из суши. Мармеладный. Можно я его прямо сейчас съем? Нет, давай ты потом. Что там у тебя еще есть? Ладно, один кусочек. Жвачка. Конфетка и салфетка. У меня есть... Не, арбузный чупа-чупс. У меня есть арбуз. Да, что там я у тебя? Все? Закончилось? Жвачка. Жвачка. Вот любимая, да? А это большой для коктейля молочного, который ты потом выпьешь. А это желешка, да, маленькая. Что, все? Закончилось? Счастье. Да? Это все. На, мама, подержи вот так вот на нее. И это не все еще тебе. Не все? Нет, не все. Не все? Нет, не все. Как? Ну, сумка тебе, шопер, понравилась? Да? На. Это тебе еще. Ну, мама, это вам. С бабушкой. Мы с ним веселые. Я не вижу, что там. Это рыбка. Рыбка? Да, рыбка. Вы же хотели рыбку. Рыбка. Так. Танец с котиком. Хэппи, хэппи, хэппи. Это еще не все, Кира. У тебя еще праздник живота. Две жвачки. Одна жвачка и вторая жвачка. И обе японские, да? Довольная? Да. Ну, говори всем пока-пока. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.